В Музее народной культуры открылся выставочный проект в центре города. Он включает три экспозиции, которые рассказывают об исторических зданиях на Гражданском проспекте и о быте белгородцев прошлого века. Здесь представлены несколько частных коллекций, а также можно увидеть археологические находки. Алла Голдинова была в числе первых зрителей. Услышать романс, когда на него ты глядишь, в исполнении Вари Панина, известной российской певицы 19-го, начала 20-х веков на пластинке, можно в Музее народной культуры, причем на граммофоне, сохранившемся с начала прошлого века. Мы видим запись о владельце дома, который располагался на углу улиц нынешних Попова и Гражданского проспекта, где в настоящее время находится статуправление. В начале 20 века владельцем этого дома был Николай Николаевич Самойлов. Но он сам не жил в этом доме, а сдавал дом под различные учреждения. Там был клуб общественного собрания. Выставочный проект в центре города включает в себя три экспозиции. Одна из них – «Окно в прошлый век» – рассказывает об исторических зданиях на Гражданском проспекте. При создании выставки были использованы материалы Государственного архива Белгородской области. История каждого из зданий на Гражданском проспекте уникальна. Так, на месте нового помещения Музея народной культуры до 1911 года располагалась постройка, принадлежавшая роду Лямцевых. Годом позже здание выкупает Николай Пивоваров. Он открывает здесь театр и кинематограф «Орион». Экспозиция помогает понять, каким был Белгород 100 лет назад. Выставка «Народный музей» включает экспонаты из частных коллекций, уникальные печатные машинки, фарфоровые статуэтки и даже лотерейные билеты. Все это и многое другое доступно для каждого жителя города. Коллекция очень интересная печатных машинок Андрея Леонидовича Смирнова и коллекции скульптуры малых форм заслуженного работника культуры Российской Федерации Нонны Олеговны Андросовой и заслуженного работника культуры Российской Федерации Надежды Ивановны Шатерниковой. Она нам предоставила свою коллекцию скульптуры малых форм, статуэтки советского периода. Свидетели минувших столетий. Эта выставка представляет собой археологические находки, обнаруженные в ходе раскопок в 2015-2016 годах на Свято-Троицком бульваре и Гражданском проспекте. Артефакты отражают быт и материальную культуру населения города с царских времен и до начала 20 века. Раскопки проводились белгородской археологической экспертизой, и выставка эта нами организована в сотрудничестве с Управлением охраны памятников Белгородской области. Увидеть выставку белгородцы могут до 31 октября. Алла Голдинова, Сергей Драчев, к этому часу, Белгород.